Всем привет! Сегодня покажу очень-очень интересный способ, как приготовить лизуна. Оригинальный, и нужно нам всего 4 ингредиента. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Для этого лизуна нам нужен, во-первых, нам нужны восковые мелки. Также обычное растительное масло или оливковое, у меня растительное. Клей ПВА и обычный гель для стирки персил. В водяной бане растапливаем мелки, добавляем немного растительного масла. Я взяла небольшой кусочек красного и половинку розового. После того, как все растопилось, я оставляю чуть-чуть остыть, чтобы не было там вот очень-очень горячее. Теперь добавляю клей ПВА. Клей ПВА у меня вот такой вот, желтенький. И размешиваю. Он в процессе размешивания начинает немного сворачиваться, но на лизуна еще не похоже. Ну а теперь добавим гель для стирки. Если он плохо сворачивается, добавьте еще немного, но не переусердствуйте. Все, видите, он как начал быстро-быстро сворачиваться. Все, можно играться. Очень оригинальный, очень интересный лизун. Такой тянучий. Я не знаю, как он будет храниться, но посмотрим. После того, как вы поиграли, можно его убрать, то есть хранить его в целлофановом пакете или в какой-нибудь коробке пластиковой, желательно, конечно. Мне очень понравился он, очень гибкий, тянучий, интересный, кстати. Можно смешивать разные цвета, получится очень оригинально. Как вам? Понравился мастер-класс? Пальчик вверх, если понравилось. Всем спасибо за внимание, до следующих встреч!